Черти, не могу. Ну, как такое возможно в нормальной стране, когда рядом с тобой собирают людей? Мы с девочками тут буквально прицепились к этому забору, когда людей забирали с нами. Мужчина стоял, к нему тоже подошли его. Ну, он согласился сам уйти. Я понимаю, что если бы он не согласился, его бы потащили, может, кого-то из нас бы забрали. Спасибо. Все, полегчало. Все, отпустила, нормально. Сергей, держу, Кирилла забрали. Спасибо. Кирилла забрали.